А Тор? Не, я тебе давал молитвенник. Или молитвенник? Молитвенник еще есть. Да. Надо ждать. А я его не читал еще, поэтому я думаю, что... Это уже на следующий урок, да? Думаю, кому я отдам. Ну, пока... На следующий семестр. И спасибо, что не отдал. Да. Не, ну это я говорю, что вот мне сейчас ехать, допустим, на базар. А тут книга, она же занимает места много там. И она тебя защищает? Нет. Очень понятно, очень Йосиф продал свою Тору за килограмм помидоров, так получается, а? Да, килограмм помидоров. Не, он Михаилу ее отдал, Михаил ее спрятал, чтобы он ее искал. Даже дешевле он продал. Продал ни за что. Ни за что. Тора продать невозможно. Тора с нами была, она есть и будет. Ребята. Продаются? Почему? Ну, можно, конечно. В магазине продаются? В магазине можно купить. Тора, не, я не видел. Как не? Полно ли? Да? Знаете, его Хабад, около автовокзала. И там, магазин, и целая куча. Базара вот да. Здесь. И еще где-то я видел. Да. Ну, у меня литературы полно, я отдавал. А, вот, в старом городе, там мне тоже тоже есть книжки. У меня бы вот этих молитвенных еще осталось. 3-4. Окей, начинаем наш урок. Так, и прямая трансляция с московского здания Останкинской башни. Настраиваем нашу камеру на Мурманск, на Белоруссию, на Канаду, на Торонто, а также на все учреждения. На Крым не надо? Привлекается. Ну, на Крым, оно волны обходит в Крым, так вот прямо идет на Белоруссию. Не понял. Кто привлекает? Связь хотели сделать. Кто-то телеканал сейчас «Молодая Дема» открыл. Ага. Ну, так, сегодня... Последние 200, ребята. Значит, сегодня что? Сегодня у нас июль 9 или 10? 10 июля 2019 года. Обычная среда, час дня в Вершеве. Месяц Сиван, день 8, по-моему. 5779 года, то есть до 6000 лет остается немного, а по нашему преданию, по Кабале, 6000 год, все с него, Машиах точно должен быть. Начинается Родина. Начинается Родина, с чего начинается? Картинки в моем букваре. Но кроме того, Машиах может прийти каждую минуту, вот сейчас. Он может пришел 2 секунды назад, уже высадился. То есть он может прийти раньше, если мы себя будем вести хорошо, как сказать. Образно говоря, а можно привести позже. И на протяжении столетий, тысячелетий мудрецы наши всегда высчитывали, когда Машиах должен прийти. Придет через 2.5 года и 6 минут и 8 секунд. Такие вычисления у нас, они как бы не поддерживаются, мы не должны их считать. Потому что каждый раз, когда мы считаем, если начинаем считать, ошибаемся. Поэтому нужно, если он придет, когда он скажет, когда он придет, тогда и придет. Тогда нам, знаем, что пришел. Тогда мы знаем, что пришел. А нам нужно быть готовым к нему в каждый момент. И одна из манер нашей подготовки, мы учим Тору, что пока что придет Машиах, пока что нам жизнь свою легче нам было жить, и приятнее жить, и с людьми общаться хорошо. Вот в этом и наша задача учения Торы. Значит, какая глава? На чем мы остановились? В прошлый раз мы закончили Балак. То есть, когда заканчивается глава Балак, когда Пинхес, это был наследник Аарона, но он не стал священником, потому что Пинхес, он внук Аарона, он родился после того, когда сел, уже 39, почти 40 лет прошло. Все организовали уже. Почти все уже организовалось, и после того, как разгонял, организовано уже менять нельзя. Но, тем не менее, поскольку Пинхес зашел и убил развратника и развратницу, за это Бог сказал, Пинхес будет тоже членом Коханим. Священство. То есть получает необычное явление в Торе. Обычно это очень сложная ситуация. Потому что после того, как Пинхес, что происходило? Медианиты старались по совету Балаама, Балака, проклять Израиль,
если военным путем и силы Израиля возьмем его морально, давай совратим мужчин, чтобы они отошли от Торы. И начали их совращать. До такой степени, что женщины приходили прямо в лагерь открыто, то есть полный разврат начинался. И один из вождей одного из племени открыто, на всех виду, говорит, вот это моя любовница, я иду в свой шатер, и никто ничего не может сделать. Пинхас пошел за ним, взял копье и обоих их пронзил. Вышел на конь, сильно был, что они на копье у него болтались. Здорово. И после этого прекратилась чума, которая началась в лагере, все было нормально. Но какая на это у людей была реакция? Реакция была какая? Многие сказали, вот правильно он поступил за Бога. Но большинство говорили, а кто он такой? Кто ему дал власть? То есть это философские вопросы на веки веков. Если что-то происходит плохое, вот сейчас, не дай Бог, кто-то приходит, начинает богохульство. Не просто говорит, мне ваш Бог дал лампочку. Что же, я ему имею право пистолеты стрелять? Кто мне дал право на то, что свобода слова, что он говорил даже против Бога, имею ли я его стрелять? А если не только будет он богохульствовать, если он будет начинать прелюбодействовать прямо на глазах у всех, вот здесь прямо на площадке, могу я его убить, не могу его убить? Тоже если я его убью, меня в тюрьму посадят. Скажи, хорошо, он неправильно поступал, но ты же не полицейский, тебе власть не дала. То есть решение на этот вопрос, или если кто-то заходит в синагогу и снимает штаны, начинает, извините за выражение, писать по всей синагоге. Что ему надо сделать? Извините, пожалуйста, товарищи, вы должны выйти. То есть это дело возмущения, люди возмущаются. Естественно, представьте, как сейчас начнется, наверное, драка, люди начнут кулаками махать и так далее. И наши мудрецы, наша Тора говорит, это всегда есть баланс. Когда знать, когда можно действительно это превышает все рамки, а когда на это есть полиция, на это другие люди, ваш никто не сделал полицейским, не морочьте голову, не станьте большой судьей, ведите себя правильно, а другим мораль читать вам не нужно. Это не ваше дело. Смотрите за своим носом, так сказать. То есть это философский вопрос, когда нужно быть, по-английски называется «сделать», по-русски «сделать» перевод, это, ну, как бы, человек, который очень, как бы, почти фанатично, можно сказать, перевод, который из-за Бога, если Бога оскорбили, я не могу его перенесу. Они зашли в синагоги, взяли Тору из синагоги, развернули ее, подожгли ее и сожгли. Я смотрел на это, я подошел, взял это самое кастет и дал одному по голове, другому по голове, я одного убил, а другого нос разбил. После меня полиция арестовала, посадила в тюрьму на 18 лет. То есть, с одной стороны, все понимают, даже те полицейские, судья, которые мне судят, скажут, я полностью вас понимаю, у меня тоже душа горит за то, что вы сделали, но рукам давать волю невозможно. Когда можно давать волю, когда нельзя, этот вопрос мы сейчас не решим. Но этот вопрос не ответ, ответ на это есть, но вопрос поднимается в этой истории. Поднимается. Это большой вопрос. Когда мы должны владеть своими чувствами, не давать рукам места, а когда нужно, идешь по дороге, там пьяный начинает к жене приставать. Я должен ему дать по морде или должен полицию позвать? Дай ему по морде, он вынесет нож, раз и всех убьет. А моя честь жены мне дорога. Ну, за честь жены я пойду на смерть. Хорошо, пойдешь на смерть, ну и убили тебя. А если бы ты, может быть, как-нибудь там, давай, жена, пойдем в автобус, убежали от него. Как будто осрамился. На самом деле жизнь спас. То есть, как поступать, это очень сложно. В каждой ситуации она уникальная. Вот эта вот глава о Балаке Пинхас, вот это как раз и вопрос я не понимаю. Вот мы начнем читать глава Пинхас. Давайте, Михаил, Пинхас, глава 25-я. Пункт 10. И говорил Бог, обращаясь к Моше. И сказал Господь Моше, Инеес, сын Елиазар, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израиля. Возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израиля в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет, мир. Я понял. Да, я слушаю. Служака. И будет он ему, и потомство его по нем,
заветом священства вечного, за что он показал ревность по Боге своем, выступил сынов Израиля. Имя убитого израильтянина, который убит с мадианитянкою, было Зимри, сын Саму, начальник поколения Симеонова. А имя убитой мадианитянки Аэр Казва. Она была дочь Цура, начальника Омофа. Значит, остановимся на секунду, проанализируем чуть-чуть эту ситуацию. Что произошло? Значит, Торы, даже обычно Торы не входят в детали, в мелочи, кто произошел. Как раз на... Вот мы сейчас сидим и думаем, насколько мы, нам это важно. Вот мы сейчас, евреи, сидим 3000 лет после этого случая. Очень вам нужно знать, как ее звали, как его звали. Да, это так нам не нужно, но тем не менее, если Тора выходит на то, что даже их имена говорит, значит это важно. Где-то в других местах, в Торе, или в Мидраше, или в Талмуде, эти имена опять встречаются, и мы эти имена, вот это место с тем, как ниточкой связываем, и анализируем аналогичную ситуацию, которая происходит где-то в другом месте. То есть да, это дается как бы якорь, отсюда закрепиться каким-то другому. Значит, вождь, они были из дома Шимона. Шимон был за 50 очков. Какой сын Израиля? Какой сын Якова? Шимон. Кто помнит? Какой-то сын. Первый его звали кто? Третий. Рувен первый. Да? Потом Шимон. Потом Леви. Потом Иуда. Значит, Шимон всегда был как бы немножечко восставал против порядка. Он же как раз, его и Иосиф, когда пришли 12 братьев к Иосифу в Египет, когда Иосиф был там начальником фараона, его Иосиф в себя в тюрьму посадил. Говорит, он мне будет меня сидеть в тюрьме, а вы, 11, идите обратно к вашему папе и переговаривайте с ним по поводу Беньямина. Пока переговоры шли туда-сюда, они ходили, Шимона он взял. Почему Шимона? Потому что Шимон такой, когда начинает делать проблемы. Активный очень. Активный. Так и он его хотел убрать. Вот опять-таки Шимон начинает, Шимона показывает такие не очень сдержанные манеры. Михаил, дальше. И сказал Господь Моисею, говоря, враждуйте с мадианитянами и поражайте, ибо они враждебно поступили с вами по вашему своем, престив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника мадианского, сестрою своей, убитою в день поражения за Фигора. То есть Моисей говорит, с этого момента народ мидианцев наш враг. Потому что почему? Потому что они хотели нас совратить. Мы после этого. Но между прочим, кто идет из мидианцев? Очень важный человек. Кто помнит? Виктор, помнишь? Ольга, помнишь? Михаил, помните? Иосиф, помните? Мидиан. Как звали жену Моисея за 50 очков? Ципора. Хорошо запомнить. Ципора, как птичка. Ципора. А она идет от... Ее папа звали его Йетро. Йетро. Йетро был первосвященник Мидиан. До этого он был... Он у фараона был совет. Было три советчика у фараона. Один был Йетро. Один был Йов, и один был Балаам. Когда фараон советовался с ними, что мне делать с этими евреями? Йетро сказал, оставь их в покое. За этого фараон хотел. Хороший совет дал. То есть фараон не ждал совета. Фараон хотел, что я хочу их убить, а ты мне подтверди, что я прав. Как ты считаешь? Нет, ваше благородие, вы не правы. А, я не прав. Йетро убежал. Убежал к себе, к своему народу, Мидианам, и там остался жить. Потом, впоследствии, Моисей, когда убежал из Египта, пришел жениться на дочери Йетро,
Ципора, и оттуда начинает, по-моему, Йетро пришел во время, когда Тора давалась на Синай. То есть Йетро хороший друг евреев. Балаам сказал фараону: всех истреби. О, хороший советчик. Вот поэтому Балаам сейчас как раз начинает проклинать евреев. А третий Иов ничего не сказал. Я не знаю, это как вам виднее. То есть он за это тоже был покаран, за молчание. То есть не то, что... Ну, его тоже можно понять. Если я скажу, не трогайте их, так у меня голова с плеч. Бывают такие ситуации, когда лучше всего молчать. То есть если скажешь правильно, тебя голову отрежут. А чего не скажу, а если скажешь неправильно, и другая сторона. Лучше всего иногда будет молчать, как слово серебро, молчание золото. Вот Иов таким руководился. Но бывают такие ситуации, что Бог говорит, это очень хорошая позиция, но иногда отмалчиваемся, ты причастен к преступлению. Ты своим молчанием показал, что этих людей, почти их не убили. То есть, ну, иногда нужно говорить, нет, я с вами не согласен, ваше благородие. Йетро так сделал, он хотел его фараон убить, он убежал. В общем, в это здесь описывается. Значит, дальше, сейчас мы перескочим чуть. Начинается 26 глава, и говорится, что было после мор. Мор закончился, потому что Пинхас своим копьем, Бог сказал, Пинхас молодец, он за меня стоял, то есть Бог решил. В этой ситуации он поступил правильно. Несмотря на то, что почти все евреи, даже в племенах Израиля, его критиковали. Ну, они безнравственность. А кто такой Пинхас, чтобы его убить? Бог сказал, знаете что, есть такие ситуации, когда разговоры на моральную тему нет места. Это нельзя делать и все. Не нужно в газетах писать. А как вам нужно считать, если человек идет на парад голым полностью, это хорошо или плохо? Это может быть хорошо, в зависимости, как это надо посмотреть. Но если кто-то это кого-то оскорбляет, ну пусть они не ходят на парад, если им не нравится. Есть такие вещи, когда на парад голым не ходить нельзя. Все. Если идешь, тебя арестуют и возьмут штраф. То есть есть такие определенные вещи моральные, которые не нужно дискутировать. Есть да или нет. Но есть и серое облако между ними. И вот в этом сером облаке мы очень часто бываем. Что мы не знаем. С одной стороны, и хочется, и колется. С одной стороны, и как бы надо так сделать, а с другой стороны, мне кажется, не надо так сделать. Когда люди учат Тору, то вот это серое облако уходит. Оно становится меньше, меньше, меньше. Более ясно становится, что оно правильно, а что неправильно. Меньше остается время раздумать. Не знаю, правильно ли, как нужно ли это сделать, можно пригласить вот этого на свадьбу или надо пригласить. Мне нужно посоветоваться с женой, с племянником. Приглашаю, не приглашаю. То есть у людей после учения Торы легче решение в жизни делается, по моральному плану. 26 глава говорит, значит, идет опять исчисление. Произвести исчисление сынов Израиля 20 лет и старше. То есть это второй раз идет счет. И вот 26 мы просто перескачем сейчас, это как бы наша домашняя работа, считается на каждом семействе, каждом племени, и в конце вот это вопрос Виктору, как бы на контрольной работе, а заодно Иосифу и Михаилу, дома в свободное время посчитать. После всего, после количества израильтян было 600 мужчин от 20 лет и старше, 600 тысяч 3 и 250. А сколько было их в первый раз, когда считалось 39 лет назад? 603 тысячи или 250? Как можно так быть? 39 лет прошло. Там считали точно до одного. Есть вот эти комментарии, говорят, ну, кто-то умер, кто-то родился. Но почему такая точная цифра? Тоже на этот вопрос Мидраш проходит через весь анализ. Почему она точно? Не на один человек. Так, по идее, по статистике, может быть, хоть на одного человека более меньше. Так очень трудно через 39 точно так пройти. Но так вот получилось. Мы перескакиваем. Да. Проходим, давай, Йосиф, 27 глава. Первый пункт. Так. И подошли дочери Словхада, сына Хефера, сына Гильбада, сына Махира, сына Менаше из семейств Менаше, сына Иосифа,
У Иосифа два сына. Минаше, один из них, вот от него идут. А это имена этих дочерей его: Махла, Ноа, Хогла и Милька, и Тирца. Предстали они перед Моше и перед Эльзаром, Когеном, перед вождями и перед всем обществом у входа в шатер. Откровение сказал: умер в пустыне, а он не был в сборище. Отец наш умер против Бога в обществе Караха, но за свой грех умер, и сыновей у него не было. Почему же исключено будет имя отца нашего из среды семейства его? Из-за того ли, что нет у него сына? И дай нам владение среди братьев отца нашего, и представил Моше дело их пред Богом. Сказал Бог, обращаясь к Моше: так, справедливо говорят дочери слов Хада, дай им в удел владение среди братьев и отца их, а дай удел отца их. А сынам Израиля скажи так: если человек умрет, а сына у него нету, то отдайте его удел дочери его. А если нет у него дочери, женщинам в случае заключения брака с мужчиной, принадлежащим другому семейству или даже к другому колену, могла перейти во владение другого семейства. Потребовали специальное рассмотрение этого вопроса, чтобы определить, допустимо ли при... Каких... Это уже комментарий, если читаю. Но прискакиваем на сам текст. Ну да. Дочери, то дайте их удел, брать, ну это было уже, страну, которую я дал. И будет это... Во-во-во-во, это комментарий, основной текст тут. Ага, ну, то дайте его удел братьям его. А если нет братьев, ну это же я прочитал, ага. А если нет братьев, то отца, то дайте удел ближнему родственнику и семейству его, чтобы он наследовал его, и будет это сынам Израиля установленным законом, как Бог повелел Моше. Значит, остановимся. Значит, а что мы этого учимся? Значит, по Торе идет это: если человек умирает, наследство идет детям, сыновьям. Если у него нет сыновьям, идет дочерям. Если не дочерям, то идет родственникам. То есть это тоже очень, очень четко устанавливается. У нас как идет, в принципе, еврейство идет через маму. От отца не важно. Если мама еврейка, еврей. А племя идет через папу. То если, скажем, от племени Иуды женился на племени Шимона, или если мальчик от Иуды, а девочка идет от Шимона, то они идут к Иуде. То есть так было в Торе. По мужчине идет семейство, а по матери идет еврейское. После этого, значит, после всего этого, уже 39 лет, почти 40 лет, уже, они уже стоят около Иерихона, недалеко отсюда, готовы перейти через Иордан, реку в Израиль, и Моисей надеется, конечно, что он тоже со всеми может пойти в Израиль. И тут Бог ему говорит: Михаил, что говорит Бог Моисею? Говорит: Михаил, куда ты ходил с ними? А? Он с ними не ходил, остался. Прочитаем, 27-й, 12-й пункт. 12-й? И сказал Бог, обращаясь к Моше. 27-я, 12. Сказал Господь Моисею: взойди на сию гору Авраам и посмотри на землю, которую я даю сынам Израиля. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему и ты, как приложился Аарон, брат твой. Потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтобы явить перед глазами их святость мою при водах. И сказал Моисей Господу, говоря: да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом сим человека, который выходил бы перед ними, и который выходил бы перед ними, ходил и выходил, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Господь Моисей: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою.
Это не тот, что там... Нет. Это перевод не совсем неправильный на русский язык. Это Йехошуа. Иисус, похожий на Иисус христианский. Да. На самом деле, это, значит, интересно, что происходит. Какая комментария? Бог говорит Моисею, ты в Израиль не пойдешь. Все пойдут, ты не пойдешь. Почему? Потому что ты согрешил. Какому у него был грех? У Моисея было несколько грехов, но очень по нашим меркам это почти незначительно. Один из грехов был то, что когда Бог сказал, люди роптали, нету воды. Он говорит, ну ты пойди к камню, скажи камню, вот, давай воду, ты пойдешь, дай воду. А он подошел и своим посохом ударил, даже не один раз, а два раза. Бог сказал, у тебя нету достаточно веры. Я тебе сказал не бить камень, а сказать ему, дай воду. То есть для того уровня, на котором был Моше, для него это было... Ну, представьте, люди все стоят, и Моше идет к камню и говорит, дай воду. Ничего не происходит. А люди говорят, ну что-то такое, что-то не получается, у него не работает батарейка. Он его еще раз бьет, второй раз. Но второй раз вода пошла. Почему? Потому что хоть Бог сказал ему, говори ему, а Моисей не послушался и его ударял своим посохом, но тем не менее, если бы даже на второй раз не пошла вода, то уже было бы унижение Моисею. Получается, что значит, Бог уже с Моисеем не доверяет, он потерял у него. То есть у Бога не было выбора, так сказать. Он должен был дать людям воду. Но другой человек сказал Моисей, а ты сильно ты не так. Тебе нужно было сказать, дай камень, дай воду, вода пошла бы. Это для людей было гораздо более убедительно, чем его бить палкой. Вот для этого Моисей. То есть после того, как Бог ему говорит, ты не пойдешь в Израиль, большинство людей что сказали бы? Почему не иду? Ваше превосходительство, извиняйтесь, простите, я хочу пойти. На следующее слово Бога, единственное у него волнение, а как люди будут без меня? Кто будет их вести? Им нужен лидер. Я хочу вязать не только для себя, а их нужен лидер. Бог говорит, бери своего правая рука, Йехошуа бен Нун, его зовут Йехошуа бен Нун, перевод, и он будет твой, как бы, переход жезла ему. И вот в главе говорится, что вот он будет у тебя учиться, он уже эти 40 лет в пустыне, он постоянно был с Моше, он много у него научился, он готов взять бразды правления, так сказать. То есть Моисей будет скоро умирать на горе, в Иордане, не в Израиле, а народ под главой Йехошуа бен Нуна перейдет через Израиль. Дальше я немножко пройдем. Значит, в 28 главе обращается Моше. «Повели сынам Израиля, скажи им, жертву мне, хлеб мой, огнепалимый, жертву мне, благоухание приятное, соблюдайте, приносите мне в положенное время». То есть и начинается теперь, когда вы перейдете в Израиль, и когда вы будете построить храм, после урожая, первые плоды урожая, фруктов, овощи, да, нужно приносить на жертвенники. Не потому, что Бог их кушает, ему нужна пища, а потому, что приучить человека к тому, что нужно делиться. Не все мое. Нужно Богу сначала отдать, а потом остальное мое. Немного, 10%, но тем не менее, то есть эта глава 28 описывает, да, как нужно приносить в жертву фрукты, овощи, пшеницу, животных и так далее. Это и начинается пересечаться когда? В первый месяц, 14 день месяца, Пейсах. Вот это Пейсах, Пасха, Пейсах делается. Потом в день первины, когда приносите первый хлеб, еще один случай, приходить в храм и давать приношение. Потом глава 29 говорится, в месяц седьмой, в первый день месяца, как вы думаете, что...